Всем привет, друзья. Значит, сегодня с вами драйвер, как обычно, 51 рус. Значит, сегодня покажу, как скачать, установить Евротрак Симулятор 2. Значит, ссылочка будет в группе в разделе ссылки. Также под видео на канале. Значит, скачивайте вот такой архивчик. Извлекаете его, значит, распаковываете. Будет торрент файл. Ну, лично я качаю и смотрю программка izona.ru. Ну, кто может, тот, у кого стоит торрент, торрентом, в принципе, все это дело скачивается, ребята. Значит, скачиваете, так, распаковываете. Ну, вот видите, он вообще в загрузках у меня уже, я скачал этот файл. Вот. Показать в папке. Получается, вот у нас такой архивчик. Весит он гига 6. Значит, и сетап, установка. Запускаем. Сейчас свернем. Эту папочку мы закроем. Вот видите, появляется. Такая лабуда всякая разная. Значит. И давайте установим. Сделаем даже скрин. Так, 11. Значит, и давайте автоматом я на диск сейл поставлю. Требуется место на диске 3 гига. Доступно. Установка C. Программ файл. И ставим. Создать ярлык мини-пуск, но мне он не нужен. Ставим далее. Так, это создать ярлык на рабочем столе. Давайте это я уберу. Вы можете поставить, я не знаю, кому как. Мне это не надо, все дело. Так, и далее установить. И запускаем, ребята, установочку. Установочка пошла. Наверное, я даже приостановлю запись на паузу, пока оно все это дело устанавливается. Сейчас 17:42. Посмотрим, сколько по времени это дело займет. Значит, там присутствует дополнение на данном Евротраке. То есть все, которые DLS-ки скачиваются и платно в Стиме находятся. Это, по-моему, предпоследняя версия. Возможно, даже как бы и попробуем на них и моды поставить. Да, вот я вижу DLS-ки, как бы вот это вот. Платный DLLS, который устанавливается в игру, но здесь оно уже все вшито, ребята. Все вшито и все будет работать. Сейчас мы вот поставим это дело и посмотрим чуть попозже. Давайте я нажму пока паузу. Так, ну вот, друзья, у нас, значит, загрузочка уже подходит к концу. Начиналась она у меня, загрузка, установка игры в 17:42, сейчас 17:57, то есть 15 минут практически идет установочка уже. Сейчас, значит, мы ее поставим и посмотрим, что к чему и почему, работают ли там моды, которые нет, наверное, с модами там надо будет все равно делать прохождение. Так, все, ребята, завершили мы установку. Значок Евротрака, значит, у нас появился. Завершить. Только я не понял, какой из них. Ага, ребята, видите, он даже выплюнул два значка. Под 64 бита, 32 бита. То есть вот у меня 64 бита. Давайте я запущу ее. Разрешить. Обычная идет заставочка. Чпок. Евротрак, ребята, симулятор. То есть Steam у меня выключен, это пиратка. Ничего там не вырезано полностью, как бы. Игра как лицензионная. Так, имя. Имя. Ну, давайте выберем там все равно кого. Давайте парня этого выберем. Там машину любую, Mercedes. Тут уже будете сами выбирать там логотип любой.
Так. Мужской пол, женский, значит, так, все. Название компании. Ребята, имя обязательно пишите на английском языке. Игра не будет ее читать, если напишите на русском, то есть. Всем, чтобы было понятно. Давайте компанию назовем тоже драйвер там, да? Опс, пишем на русском. Только что сказал вам. Сейчас переключу. Драйвер. Да, русский-русский. Создаем профиль. Пользуется я буду клавиатурой, то есть можно рулем там, всем чем хотите. Так, коробка автоматическая, ставим упрощенный вид, да. Завершить настройку. Все, ребята, заводится пока что, да, у нас. Так, выберите город, на котором, значит, штаб-квартира у нас будет. Так, закрыть. Выберем тут у нас города. Так, карту можно пододвинуть, наверное, да. Давайте вот тут. Вообще у нас по карте карта какая размером-то? Ага, у нас Норвегия тут присутствует. Швеция, Дания, Польша. Словакия, Венгрия, Австрия, Италия, Франция, короче, Европа туда, Великобритания. Давайте так, здесь у нас будет салон, выбираем вот эту точку. Ну, вы можете выбрать любую, куда хотите, хоть там в Польше, хоть в Австрии. Так, пройти обучение. Так, обучение. Давайте я не буду проходить, я сразу зайду в игру. Обучение вы сами потом пройдете, чтобы не затягивать это дело. Так, и вот, пожалуйста, ребята, мы в игре. Продолжить. Так, и вот мы, опа, на Мерседесе. Вот наш Мерседес. Все заводится. Смотрим, ребята, карта. Карта присутствует. Закрываем. Что-то еще хотел посмотреть. Угу. Escape. Войдем в профиль. Так. Уровень нулевой. Денег 2000 евро. Значит, ребята, эта игра ломается. Значит, видео тоже я потом выложу на канале. Мониторьте. То есть вот у нас название. Название водителя. Машинки сейчас мы не сможем купить, потому что не хватает денег. Поэтому давайте в путь, прокатимся. Ой, настройки, ребята, подождите секунду еще. Залезем в настройки. Сейчас я уберу музыку. Музыка нам вообще не нужна. Убираем музыку. Все остальное нормально. Сворачиваем. Так, графику. Графика я ставлю ультра. Слава богу, комп у меня тащит. Значит, ультра. Что еще тут в настройках поставить? Ага, ограничение скорости по геймплею. Так, убрать надо. Что потом будете удивляться, почему машина не едет. Вот она, хоп. Тут будет ограничение 60 стоять постоянно. Так, и все, и вернуться. Значит, вот мы тут. Вид из салона. Карту убираем. Навигатора у нас нету. Ага. Так, свет. Все включается, ребята, все. Анимашка руля. Все обалденно. Зеркала добавляем, вот видите, сверху. Там в настройках все это дело найдете. Вид меняем, так, опять. Первого лица. И поехали. Все, видно. Сигналит. Дальний свет моргает. Повороты. Ага, у меня настройки там я жду. Повороты у нас тут даже работают, ребята. Повороты, аварийка, видите. Правый поворот, аварийка. Так, включаем карту. Выехали мы, блин, не в ту сторону. Ну, типа, вы прицеп обалденный, колеса закрыты, видите. На красный не, блин, не знак, как обычно. Так, на красный, ребята, советую не проезжать, будут снимать, будут штрафовать на трассе.
на магистрали, значит, не это самое, не превышайте скорость, стоят везде камеры, за которые тоже потом снимается штраф там по 500 евро, по-моему. То есть тут надо будет все это зарабатывать, прокачивать и так далее, все это дело делать. Значит, за аварии также все это, повреждение машины, машину если сломаете, придется эвакуатор вызывать, платить деньги, то есть все это у нас, вот, аваричка, пил-пил, шоп, и все работает, ребята. Значит, вид из салона. Также можно установить тут радио, музыка, чтобы играла, все это ставится. Так, скрин давайте сделаем такой. Сейчас, значит, от... Вау! Чуть не улучшил тарифанов. Такой, ребята, скрин делаем. В принципе, вот у меня стоит лицензия, ребята, и вот я играю на пиратке, там версия буквально там... Она идет 1.25, и у меня 1.25, только, по-моему, там у меня идет 3S, 102S. Ну, то есть, как бы, это практически ноябрьская версия, плюс тут все DLLS-ки, все прицепики, раскраски, как бы, все это дело вот тут, ребята, установлено на лицуке, все это надо покупать в Стиме. То есть, графика супер, тачка супер. Будет, едет без проблем. Давайте раскачаем фуру. Вау, сейчас улететь можно. Так что вот, ребята, вот такая вот у нас игрушечка. Ну, в принципе, давайте доедем до конца, довезем груз. Сначала надо заработать денег, потом покупать машины, компании, нанимать работников. Значит, и все, ребята, тут отлично работает, ничего не вырезано, полностью лицензионная практически игра. Ну, версия немножко различается, но установка модов, что на лицуку сейчас идет на 1.25, там 3S, по-моему, да, и здесь 1.25 2S, как бы, то есть все это, в принципе, должно работать. Все это дело крякается, там проходите первые три задания, ну, три груза провозите, работаете на чужую компанию, на чужих машинах, потому что у вас денег не будет на приобретение автомобиля, так? Вот. А потом уже, как вы сделаете три задания, через Check Engine, ребята, эту игру можно крякнуть на опыт, на деньги. Значит, и... И все, ребята, будет работать, купите машины, там раскраски, апгрейд обалденные всякие, замутите. Машины тут маны, все как положено, маны, что там, Вольво, Мерседесы, Скани, Ивека. Плюс установка модов, потом я тоже, ребята, видео запишу, как это все устанавливается. Даже, по-моему, у меня уже есть там на канале, когда на лицензии я буду ставить, в принципе, смысл тот же один в один. Ребята, что на лицензии, что на пиратке на этой ставится. Вот. Поэтому я думаю, что это... Ой, тормози, 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 ручник давай хотя бы. А, сейчас уйдем, уйдем, сейчас уйдем. Ушли нахрен. Вот тебе здрасте, жопа новая. Фу ты, блин. Вот видите, не надо превышать скорость, елки-палки. Все там прицеп тут на месте не потеряли. А, ну 7 километров осталось у нас, ребята, мы уже практически доехали. То есть вид тут различный есть, перещелкивать не буду, чтобы уже сами поставите, гляньте, какая графика. Нифига, зеркало даже там все отображает впереди, перед мордой там асфальт. Все, мы доехали, ребята, сейчас мы найдем, куда разгрузиться. Разгрузимся по-быстренькому. Также, ребята, это все можно скачать, там моды, дополнительные карты. Значит, все это можно скачать и установить спокойно. Это все будет работать. Я даже уже, скажем так, на своей игре скачивал карты Россия, да. И я вот с Германии ездил, скажем, в свой родной город, герой Мурманск.
то есть смотрите там. Плюс тут ребята дополнения там, по-моему, различные стоят. То есть можно посмотреть, что к чему и почему, где, откуда и почем. То есть все это видео смотрите, ищите на каналах, в группах там, я не знаю, на Ютубе там. Давайте поедем разгружаться. Жалко, что камера очень близко. Не оттягивается. Включаем правый поворот, мы заезжаем тут все по правилам у нас, да? То есть, ребята, ссылочка на торрент файл будет у меня в группе. Скачивайте его, распаковывайте, запускайте через торрент или любой там, который читает торрент файлы. Весь дикий 6 скачивайте, устанавливайте, имя водителя вписываете на английском и компанию, значит, игра на русском языке, ну и все управления, там все, которые вам нравятся, там, как хотите, играйте на руле, зачем хотите, на геймпаде там. Так. Это я как-то неровно зашел. Плюс установлены DLLS-ки, которые на лицуке приходится, например, покупать, да, тут это уже все, полностью все DLLS-ки стоят, также устанавливаются моды. Это крякается на деньги, проходите три задания, значит, крякайте игру на бабки, на уровень, открываются более большие возможности. Да что я не могу вообще это прицелиться. Ну-ка, давай. Так, все, ребята, приехали. Отстегиваем прицеп. Отлично. Все, получаем тут, ребята, опыт за вождение. Получаем денежки. И так, короче, качаемся. Ну, вообще, деньги, как бы, машины тут стоят, вот, самые последние модели Scania, например, там, они по 200 тысяч. То есть, вам, вы опухнете копить. Проще будет скачать программку Check Engine, я как устанавливать и как крякать игру тоже запишу видео и сниму. Значит, и поэтому, ребята, вот, подписывайтесь на канал, качайте игру, игра обалденная, прикольная, то есть играете с модами совсем, то есть, в принципе, полноценная практически лицензия такая, как и в Steam продается, то есть все это можно установить и моды, и крякнуть ее на опыт, на деньги, купить любые грузовики, выполнять любые задания, тут перевозки. Ну, единственное, отсутствует мультиплеер, как бы, ну, в принципе, знаете, можно чисто, кто любит тюнинговать там тачки, кататься тут, делать скрины, писать видео, то есть, все это, ребята, тут груза, задания, на каких машинах ехать, ребята, откуда, куда, сколько времени, то есть, карты, салоны. Значит, у нас тут присутствует, значит, вот у нас машины DAF, Iveco, MAN, Mercedes, Renault, Scania, Volvo. То есть это все находите. По, даже видите, можно выбирать по машинам. Так что вот, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь в группу, ссылочки, значит, на игру будут в разделе ссылки в группе. Также под видео на канале. Торрент файл скачивайте, устанавливайте либо в торрент, я качаю zona.ru. И, значит, ребята, без проблем, без всяких, то есть вы это все тут устанавливаете, играете, бабахаете, то есть на машинках. Так что всем, ребята, спасибо еще раз за просмотр, всем удачки, пока. Еще раз повторюсь, подписывайтесь на канал и в группу, ставьте лайки, делитесь видео, скачивайте. Игра обалденная, и в разделе ссылки в группе найдете там и SpinTires, и различные программки, и программки для записи видео, для партнерской программы. Кто пишет, создает канал, хочет монетизировать видео, то есть, как бы, можете проходить там через ссылку VSP Group, партнерская программа, и регистрироваться автоматически и регистрировать канал. Так что, ребята, вот наилучшие у меня пожелания к вам. Качайте все, смотрите, что есть, чего нет,
что нравится, что не нравится. Значит, и всем удачки, и пока. С вами был Драйвер51Рус. Скачивайте Евротрак Симулятор 2. Обалденная игра. Всем советую покататься. Игрушка действительно прикольная, хорошая, красивая. Все. Всем удачки.